Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кунг-фу Кликер. Так, ребятушки, я тут зашел в игру кое-что посмотреть, и мне дали персонажа нового. И это у нас, сейчас я вам покажу. Да, это у нас крутая бабуля, куриный бульон. Урон касания может восстановить 84-15 союзников. Всем, что ли, или что? Не знаю, ребят. Так, атака. Ну, атака, опять же. Нифига она за 3 секунды шапочку связала. Ничего себе, бабуля. Ага, хорошо. Ребят, до сих пор недоступны почему-то битвы. Я не знаю. Если у кого-то доступны, пожалуйста, напишите мне. Я тогда уже буду писать разработчикам, почему меня обделили этим делом. Ну, а если у всех так, то все равно напишите, чтобы я знал. Ну что, давайте мы крутанем колесико, чтобы получить там какой-то определенный бонус. Так, и что же нам достанется? Какое улучшение? Оу, 4x! Шикарно! Это самое большое, что могло бы выпасть нам. Ну что же, отлично, ребята. Так, давайте вот здесь вот заберем. Вау, бонус к урону, естественно. Так, замечательно. Ну что же, осталось только дождаться врагов. А где они у нас? А где у нас враги будут? Ага, вот здесь. Как раз отличненько, ребята. Я хочу посмотреть, что же это у нас за крутая бабуля. Открываем, конечно же, с вами крышу. И ставим нашу бабулю. Крутую причем бабулю. Не, ну на самом деле классно. Так, я очень рад, что у нас открылся новый персонаж. Но все-таки я хочу, чтобы у меня самые первые герои все открылись по возможности. Так, а тут-то у нас что такое? Додзе крепость. Назначите мастеров во все 8 комнат одного додзе. Замечательно. Кстати, ребята, я, смотрите, еще получил здесь... А, нет. Подождите, а где же я видел? У меня... По-моему, вот здесь, ребята, да, это было? Смотрите, входящие. От службы поддержки. Я вот только не понял. Я нажимаю вперед, но почему-то ничего не действует. Какой-то, посмотрите, трейлер на ютубе. Не работает пока. Напишите, у вас такое есть и работает ли это у вас. Так, ну что, ждем. С секунды на секунду у нас пойдет рейд. Рейд 2. И мы будем, ребят, с вами, ух, атаковать их всех. Давай. Иди сюда, у меня как раз атака сейчас усиленная. Ох, как вам не поздоровится сейчас. Ой, бедняжки вы, бедняжки. Минус. Давай, и этого минуса нем. Так, и этот даже не успел, ребята, кием своим махнуть. Есть. Знаете, что самое интересное, да? Я отбиваюсь, а в это время вон те вон сзади тренируются. Не, чтобы подсобили мне хоть как-то. Так, хамбургер мне достается. И 2,45 нанонолов миллионов. Короче, я не знаю, что это за сумма такая. И я хочу, ребят, знаете, что сделать? Прапать. Ах, не хватает. Не хватает. Кстати, нам надо сделать немножко по-другому, ребят. Вот сюда мы поставим с вами... Ага. Красотку Джейн. А вот сюда вот, наверное, мы можем с вами спокойно поставить бабулю крутую. Да. Замечательно. Так, ну что, накопили мы? Нет, не накопили, ребята. Ох, как долго-долго оно копится. Долго оно копится. Так, ну эти ребята у меня стоят. Этот там все подсматривает. По шкафам там лазит. Ах, подожди-ка, они же могут... Нет, все, они здесь, ребята. Они будут нападать на нас именно здесь. Ну, ё-моё. Сейчас, ребята, накопится, и мы с вами сможем, наконец-то, прапать крышу. Да ведь? Сможем прапать? Бабуль, что ты делаешь? Покажи хоть, на что ты способна. Нет, я, конечно, видел, что ты вяжешь шапочки свои, но... Мне-то от этого ни холодно, ни жарко. Так, ребята, 5 секунд. Готовимся. Давай, я жду. У нас 4х умножение идет. Давай сюда, как раз... Но самое замечательное, если бы у нас этот бонус был, ребята, на последнем этапе, когда уже идет босс. Согласитесь, было бы вообще шикарно. Хотя, если мы будем с вами вылавливать вот этих вот чувачков, которые внизу там лазят на своих скутерах или как там, на мопедах, то, возможно, мы можем с вами постоянно быть при этом бонусе. Yeah. Ну, кто нам здесь достанется? И не подведи. Да что ж ты будешь делать-то? Все нам подсовывает этого хана. Причем по одной карте. Как-то... Оу. Так, мы с вами апаем, ребята, крышу. На. Отличненько. 2 минуты 50 секунд. Ждать здесь. Здесь тоже 2 минуты везде практически. Здесь уже секунды пошли. Так, они здесь у меня будут или нет? Да, они будут здесь. 40 секунд у нас, ребята, в ожидании.
Так, что у нас здесь есть? За 200 гемов. Ну, ребят, у меня не хватает пока. Я вот просто боюсь представить, ребят, что вот в этом сундуке может быть. Даже хотя бы вот в этом. Вот смотрите, это у нас эпическая карта. Я ни разу их не видел. И даже не могу представить, что у нас могут быть за эпические карты. В данный момент там только выпадают вот эти вот редкие и обычные. А хотелось бы посмотреть. 2000 гемов. 2000 гемов — это сколько у нас по рублям, если мы будем покупать, предположим, да? 2000 гемов — это где-то, ну тут. Грубо говоря, ребята, это где-то 2000 рублей, да. 2000 гемов — это 2000 рублей. Найти акции бесплатно. Ну, это заработать алмазы, ребята. Это, наверное, там подписаться на какую-нибудь игру или пройти... Как в «Черепашках Ниндзя Легенды», ребята. Там тоже можно было доллары зарабатывать за определенные условия. Так, что же... Так, стирка... А, мы же можем с вами действительно... Мы же открыли здесь все? Все. Поэтому давайте мы с вами, наверное, откроем в следующем... Да, вот здесь вот. Не хватает... Подожди. А, не хватает золота? А сколько нужно? Дец. 848 тысяч дец. О-оу. Это, наверное, охренеть, как много. Сколько? Все, идет, ребята, идет. Идет атака. Оу, бонус у нас уже кончился. Сразу это чувствуется. Но здесь, ребята, и босса пока нету. Так, готов. Давай, иди сюда. Оп, готов. О, даже не успел, ребята. Замах сделал, но не ударил. Так, они все равно еще пока идут. Отлично, отлично. Так, мини-босс у нас сейчас будет. Это мини-босс. А интересно, а что там? Есть еще и крупный босс. Опа-на. Острая шпилька, ребята, у нас готова проапаться. И я это сделаю с великим... удовольствием. Где она у нас? Вот она, старая шпилька. Ну, конечно, атака очень скверная. Очень скверная. Повышаем. Hey, шестой уровень у нее. Стирка дзюцу. Шаолинская пекарня. Так, ладно, хорошо. Ждем, ждем дальше. Подожди-ка, мне нужно кое-что посмотреть. У нас атака будет здесь. Нет, ребята, уже не здесь. Уже, к сожалению, не здесь. Будет она вот тут вот. Поэтому давайте посмотрим. Я хочу проверить крутую бабулю. Поэтому я ее поставлю сюда вниз. Посмотрим, что она себе представляет. Сюда наверх мы поставим горе луковое. По-моему... А, здесь, ребят, не знаю, здесь будет босс, не будет. Здесь мы поставим с вами забивашку. Сюда мы установим острую шпильку. Так, на этом этаже, я думаю, что Иствуда мы влепим. Так, сюда можно влепить мордобойца. Ну, мордобойц, конечно, мне не нравится, если честно. Даже мне кажется, что ханбургер будет лучше, чем этот самый мордобойц. И на самый верх мы поставим с вами, да, красотку Джейн. Все, как-то так. Хоп. Скорость x2. Так, ждем, ждем, ребята, время. Где эти ребята, красавцы, которые возят тут пиццу? Я их не вижу. Эй, вы где? Ребятули? Хм, нету. Скорость, так, плюс урон в комнате. Ага, отлично. Вот он появился. Ну, не так уж и много денег. Ладно, ребята, 30, ну, почти 40 секунд. Нам подождем. Это рейд пятый, да, пятый рейд. Это у нас обязательно с боссом будет. Так, что там, кто там показалось? Так, давай вот так вот сделаем. Надо и здесь, и там смотреть, ребят. Потому что не имеет значения. Либо мы здесь его поймаем, либо здесь. Все равно бонус распространяется на все додзы. Так, диван Осага. Я стирка дзю. Тоже тут герой и шаолин. Ну, героев еще хватает, ребят. Я даже еще в первом-то додзе не открыл всех героев. Погоди-ка, а, здесь у меня никого. Оу, тихо, занимаемся рейдом. Вот и босс, ребят, вот и босс идет. Давай посмотрим, что у нас делает бабуля крутая. Ну-ка. Йоу, вау. Во, бабуля, молодец, она хиляется, вы представляете, ребят? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ребят, если бабулю эту прокачать,
Это будет просто супер-пупер. Боец, вы посмотрите, она хиляет сама себя, причем довольно неплохо. Крутая бабуля может прапаться. Также может прапаться красотка Джейн. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, сундучок мне дали. О, бабуля там, оп, шапочку за 3 секунды просто связала. Ну, естественно, ребята, будем апать. Повышаем. Так, по богатому 400%, ребята, 400% прибыли идет, когда красотка Джейн стоит в комнате. Так, и давай сюда деньги. Я вижу, что ты стоишь, так и жаждешь мне их дать. Кто у нас еще там? Да-да-да, именно крутая бабуля. Повышаем. Воу, 96... А, 109 хпшек она себе будет восстанавливать. То есть еще круче. Меня это устраивает. Ё-моё, опять ребята, они переместились вот в это додзе. Да что ж ты будешь делать? Так, бабуленька, иди сюда. Будешь у меня вот тут вот стоять. Ты вроде бы себя проявила. Так, подожди, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Мы поставим сюда горе луковое. Сюда мы поставим забивашку. Так, шикарно. Здесь мы поставим острую шпильку. Ну вот эти вот острая шпилька, сэр Мордобоец и Иствуд, они по урону не айс, ребят. Вообще, в принципе, я бы даже их не назвал бы бойцами. Они больше, знаете, предназначены для того, чтобы фармить бабло. Вот так вот будет, наверное, правильнее сказано. Так, кто у меня еще? Клин Иствуд, да, по-моему? Иствуд, Вествуд. И сюда мы с вами устанавливаем, естественно, красотку Джейн. Все. Так, сколько там нам подождать надо? Так, ой, зачем? Зачем я это сделал? Ё-моё, я хотел... Ладно, давай, пробуем. Пробуем. Ой-о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 й, бабуля, бабуленька, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то как-то... Да ладно, сколько вас тут набежало-то? Ой, порвали бабку. Порвали бабку, скажу же тоже. Так, давай-давай-давай, горе луковое, ну, босса вали. Есть. Все, босса нету, уже полегче нам будет, ребят. А что полегче, мы вообще справились здесь. Хе-хей, ну-ка, сундучок, порадуй папочку. Опять нам достается крутая бабуля, Клин Вествуд и бабло, и гем. Отлично, отлично. Вествуда надо прапать. Бабуля там лежит на последнем издыхании. Так, давай, родной ты мой. Так, ну да, я вам как говорю, это специальные такие персонажи, которые рассчитаны на повышение бабла. 250% будет приносить. То есть вот что... Получается у нас красотка Джейн, что Клин Вествуд. Этих ребят нужно держать на самом-самом верху, на самых верхних этажах. Вот как, в принципе, они здесь у меня и стоят. Чтобы они приносили, так скажем, большую прибыль. Так, ну что же, здесь мы справились. Ах ты, да ты посмотри, что ты будешь делать. Ребята, они меня запарили, вот честно вам скажу. Туда-сюда. Да что ж ты будешь делать? Это... Так, бабуль, давай. Некогда нам тут рассусоливаться. Так, давай выставлять сюда горе луковое. Сюда, естественно, у нас пойдет забивашка. На самых нижних этажах у нас будут стоять, так скажем, бойцы невидимого фронта. А уже на самых-самых верхних этажах, естественно, выставлять надо вот этих вот всяких вот сэр Мордобоец, красотка Джейн, ну и так далее. И Клин Вествуд. Естественно, как же без него-то? Так, все. И надо искать, ловить, ребята. Так, 27 секунд, вот этих вот наших чувачков на скутерах. Но я почему-то их не вижу. Бабуль, давай, хорош уже валяться, 7 секунд у тебя там осталось. Оклемывайся давай. С клубком ниток лежит она. Все, очухалась, молодец. 9,84 миллиарда в секунду прибыли. Так, ну-ка, где у нас тут кто? Есть, погнали, ребята. Давай. Жмем. Ну-ка, бабка, давай, наяривай. Она сама себя хилит даже. Во, смотрите, ребята, она просто отхиливается по полной программе. Классный персонаж.
Мало того, что и атакует неплохо, и при этом еще, как говорится, отхиливает сама себя. Это большой плюс. Давай бабло сюда гони. Так, что мы тут заработали с вами? Коснись нападающих клыков смерти 5000 раз. Че, 5000 раз уже их бомбанул? Че себе я? Скоростник. Кия! Кто там киякает мне? Ну, это акция, ребята, да, на этого вот героя. Вы можете заплатить 300 рублей и получите... А, 200 гемов, 100 ци и 45 карточек лукового горя. Рейд, седьмой рейд у нас уже, кстати, ребята, движется. Сейчас мы подождем маленько. Так, хотелось бы, конечно, пропать. Это у нас... Ой, подожди, а у нас здесь будут, да? Да, они будут здесь. Через минуту буквально мы ждем, ребят, гостей. Давай. Блин, ну как же я хочу, ребят, чтобы открыли у нас уже вот эти вот атаки на базы. Еще раз повторю, ребята, если у вас открыты, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Может быть, у меня просто это недоступно. Игра уже вышла. Так что, ребята, если кому интересно, можете скачивать. Я бы просто с удовольствием бы сейчас бы понападал бы на вражеские базы. Немножко, так сказать, пофармил бы их. Но, как видите, пока почему-то нету этого. Опять же, повторюсь, может быть, это у меня нету. Бесплатно. Давай бесплатно сделаем. Ускорим, так сказать, время. Иди, иди сюда. Как раз по тебе, красавчик, бабулечка-то моя и соскучилась. Бабуля. Ну, бабуля даже ничего не делает, ребята. Я просто их сам разбираю. На! Так, иди сюда, Шаолинь. Все, кий сломался в руках. Деревянный сундук, и что же нам выпадает? Ничего ли, ребят, только лишь бабосики. Только лишь бабосики. Хорошо, ладно. Мы, наверное, сразу же с вами следующий бой сделаем. Да, так сказать, ускоримся. Че нам зря время терять, да ведь? Ну давай, иди сюда. Я готов ко встрече. Так. Ха-ча! Вот так вот делает бабуля и накернивает просто всех. Готов. Бабуля молодец. Давай, хиляйся, бабушка. Ой, красава, а. Ха-ха. Победа. О, серебряный сундук. И кто? Горе луковое, она у нее и так убер. Ёкалмная шпилька. Гемы. Отлично, естественно, ребят, сразу же идем на прокачку. Повышаем. Ох, какая у нее атака. Ё-моё, увеличит урон касания в своей комнате. Это естественно, ребят. Так, и кто же у нас? Шпилечка. Шпилечка, ну вот атаки отбрасывающие, ребят. Ну, честно говоря, я не особо увидел, чтобы она кого-то отталкивала. Во-первых, она очень долго замахивается. Поэтому я как бы считаю, что шпилька, ну, не такой уж хороший по мне лично персонаж. Хотя, может быть, кому-то понравится. Может быть, ее если раскачать. Было бы, конечно, прикольно, если бы мы, например, своих героев бы прокачивали, да, и нам бы открывались бы какие-то новые способности у них. Фиг знает, может быть, в дальнейшем это будет. Остановите 50 рейдов клыков смерти. Ребят, нифига себе, я задания выполняю одно за другим. Тут, как видите, я все абсолютно собрал. У меня больше никаких бонусов не будет. А у вас еще все впереди. Так, ну что же, давайте, наверное... Ах ты, ядрена ты батона. Они уже переместились сюда. 6 секунд, эй! Эй, бабуля крутая, давай быстрее. Сижу тут, рассусоливаю. Тут времени-то не осталось, они сейчас придут. Они придут, и я, наверное, не успею, ребята, да? А во время нападения я, скорее всего, уже не смогу никого здесь расстановить. Кого? Блин, кого ставить? Давай хамбургера. Хамбургера поставим. Так, и на самых верхних этажах, естественно, красотку Джейн. Так, красотка, где у меня? Вот она, красотка Джейн. И чуть-чуть пониже мы ставим Вествуда. Вот, Клина нашего, Клина Вествуда. Замечательно. И, ой, не ту комнату пропал, да ладно, фиг с ним. И так сгодится. Подожди, по-моему, там было 6 секунд. Ага, почему-то время... Я могу бесплатно вызвать, да, ребята? Будем бесплатно вызывать, а что нам? Как говорится, тут тянуть кота за хвост. Будем атаковать, ну, бабуленька, твой выход. Почему, ребята, я это делаю? Для того, чтобы получить сундуки как можно скорее, как можно больше. Естественно, мы с вами сможем прапывать своих персонажей и давать люлей. Соответственно, мы можем оттуда получать много денег, которые у нас идут на умножение, не забывайте, 4x. И, соответственно, потом, когда мы будем с вами продавать додзы, выручить очень и очень много ци.
Ух, деревянный сундук. Получено 108 ци. Это вот за отбитие. Так, острая шпилька и 6,73 нанонолов квинтиллионов. Так, хорошо. Мы здесь с вами якобы отбились. Погоди-ка, а чтобы нам сколько нужно? А, я могу открыть? Нет, я не могу открыть. Да что ж это за сумма-то такая, а? Просто невообразимая для меня, ребят. Я не знаю. Ну, офигенная сумма, по ходу дела. Так, ну что, призываем? Я думаю, что, наверное, призовем, ребята. Пока будем призывать с вами зал спаррингов. Слушайте, надо было, конечно, может быть, подождать этого на скутере паренька, выбить у него бонус на увеличенный урон и потом призывать. Но это, если что, ребята, мы с вами провернем дело на боссе. Перед боссом. Оу, бабулю-то закромсали, ребята. Бабулечку-то все уложили в люлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, забивашка, все на тебя, как говорится. Все смотрят. Молодец, не подвела папу. Отлично. Так, и что нам достается? Хамбургер. И немножечко бабла. Замечательно. Так, бабуля, ты у меня пока лежишь, да? Там минута 43. Ну, ты должна как раз восстановиться к приходу следующего рейда. Так, а мне бы желательно, конечно, вот этих вот мотороллеров найти. Где они? Почему-то нету их. Что-то они не так часто нас уже навещают, как раньше. Раньше их просто здесь было пруд пруди. А сейчас дудки. А сколько мы вообще, ребят, можем с вами, предположим, получить ци? У меня сейчас в данный момент 483. Но ведь я же еще могу прапаться, так ведь? Ага, прапаться. Минимум 500 нужно. Бонус дохода в 256 раз выше, да, я так понимаю, пока я в игре. Ох, я бы еще... Вот, просветление. Я получу... Если я продам сейчас свою додзу, я получу 1457 ци. А мне нужно 7500. И это только стартовый капитал, потому что там будет еще круче ци, ребят. Ладно. Мы потерпим. Нам, как говорится, спешить некуда. Ну, где, где? А, вот, вот он. Ну, он тут с баблом, ребята. Причем с маленьким. Нам нужно крупное бабло. Баблище просто-напросто. Прям как эта крутая бабка. Столько нам нужно бабла с вами заработать. Ну где же? Где же вы? Бабуль, давай вставай уже. Мне надо рейд вызывать следующий. Что они там, тесто, да? Мнут. Не, я помню, раньше, по-моему, Шаолин делал, когда вот в таких чанах был горячий песок. И, по-моему, они вот в песок так вот руки засоли. Ну, здесь, видимо, другая технология додзе. Помягче, в тесто там. Тестом руки набивают. Во, бабка моя восстановилась, отлично. Ну что же, 13 секунд осталось, ребята. Сейчас пойдет на нас опять очередная облава. Ждем. Восьмой рейд. Ух, на 10-м, ребята, пойдет босс. Ой, боюсь, сейчас бабулю-то здесь прихлопнут. Да-да-да, я занимаюсь рейдом, все нормуль. Так, у нас там забивашка. Ну, я думаю, что должна справиться. Давай, бабуля, давай-давай-давай, жги. Да, их, конечно, когда такая вот куча их копится, тут проблематично противостоять. Каждый делает по удару и, да, бабка падает. Фух. Ну, забивашка, давай. Хорошо бомбит, ребята. Хорошо она бомбит. И то, что мне нравится, что она замедляет врагов. То есть еле-еле они там ползут. Она одна справилась. Практически без проблем. Так, мне бабуля и Клин Вествуд. А бабуля, я не понял, я могу прапать? Что-то слишком быстро нажал. Нет, ребят, прапать не могу, к сожалению. Но она, как всегда, в отключке. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом давайте мы с вами будем завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Посмотрели мы сегодня с вами нового персонажа. Сильнейшая крутая бабуля. Так что увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока, удачи и до новых следующих видосиков.